Перед вами модель фотореле. Его схема содержит источник тока, к одному из полюсов которого подключен эмиттер транзистора. С коллектором транзистора соединена лампа, которая в свою очередь подключена к другому полюсу источника. Датчиком освещенности является фотоэлемент. Фотоэлемент подключен к эмиттеру и базе транзистора. В исходном состоянии источник тока включен, но лампа не горит. Лампа загорается только тогда, когда на фотоэлемент падает яркий луч света.